Лаборатория мониторинга и исследования парниковых газов и кислорода в морской среде появилась в Морском гидрофизическом институте Российской академии наук. Гидрофиз стал частью научного консорциума из 23 учреждений по всей стране, где будут изучать воздействие атмосферного углекислого газа на функционирование экосистем. Наша лаборатория будет заниматься исследованием морских экосистем, потому что нам это ближе. Мы будем выполнять как прямые измерения непосредственно на борту судна там, или в каких-то полевых условиях, где это возможно, ну, например, на нашей платформе в Коцевиле, анализировать эти данные, изучать механизмы, в принципе, как бы, что происходит с морскими экосистемами, каким образом они поглощают или выделяют углекислый газ и вклад, например, нашего Черного моря в как бы глобальной системе поглощения углекислого газа из атмосферы. В рамках проекта в следующем году институт закупит новое оборудование, необходимое для получения и оперативной обработки данных о содержании углекислого газа и других параметров морской воды. Исследование в перспективе позволит предложить новые решения глобальной проблемы изменения климата.